Ребят, всех приветствую. Сегодня хочу сделать небольшую экскурсию по нашей базе. Мы сейчас находимся в боксе номер 2, в боксе номер 3. Какие мы здесь ремонты делаем в летнее время? Что у нас находится на улице, да? Какая техника имеется в наличии? Давайте начнем с улицы. Здесь ребята занимаются у нас трейдиновской машиной. Немного ее подготавливаем. Обязательно про нее тоже расскажу. И смотрите, что на базе у нас стоит. Horse Joker 4MT с бочкой для внесения удобрений. Дальше у нас маленький погрузчик с бортовым поворотом GCB-155. Тоже работает их 3 штуки в республике. Ни одного обзора еще я не делал. Valtra T194. 2 штуки. Хорошая машина, интересная, очень, так скажем, надежная. Сделана такая по-скандинавски. Фильтр топливный, вот он, пожалуйста, прям заходим. Здесь сразу уровень гидравлики, раздельная здесь гидравлика, трансмиссия. Машина показала себя очень достойно. Horse Joker 8RT. Это у нас дисковый культиватор. Тоже как предпосевной его используют, тоже обзоров очень мало. Можем что-нибудь доснять, ребят. Ну и, конечно же, ТМ. У нас фронтальный телескопический погрузчик. Модель называется ТМ-320S GCB. Что еще? Конечно же, Fendt, но только 720-й. Варио. Сами мало еще про него что знаем. Но машина... Я на ней уже прокатился на день поля. С передней подвеской, с навигацией. 60 км в час, представляете? Здесь у нас 215 лошадиных сил. Пресс. Тоже нет обзор. Да что это такое? Фендовский пресс. Пользуется уже 3 человека. Отлично. Ни одного выезда. Тьфу-тьфу-тьфу. Все работает очень достойно. Что еще у нас здесь есть? Так, это кормосмеситель. Ну, это, я думаю, мало кому интересно. А вот так у нас приходят запчасти от GCB. Через компанию Major они сами нам его доставляют. Также бочки они на этой же машине привозят, бочки масел. Ну и в кубах, конечно, самая максимальная потребляемость клиентов — это масло GCB в кубах. Сейчас посмотрим, что там случилось с большим А7, где меняем теплообменник. Мне самому интересно. Пока первый случай. Так. Вот он сам массей, стоит он, это теплообменник с фильтром сразу здесь, с этой стороны. Так, вот видно, да, уже эмульсия. Ну что, поменяем без таких вроде глобальных здесь разборок, должно все обойтись. И посмотрим, протестить надо будет его еще. Грузим запасные части, смотрите, будем вводить его на эвакуаторе сразу клиенту. Удобно, когда на базе имеется такая машина, это GCB TM320S. Это часть дискового культиватора, сейчас я его покажу. Вот он у нас тоже есть, уже в сборе. Много что есть из новинок. Вот это Joker, только он в сборе, Horse Joker 8RT, вот это вот часть крыла. Клиент где-то что-то поймал и погнул. Ковши, разный ассортимент, 4-кубовый, маленький, 0,7-кубовый, отрезной, а это у нас шоу-рум для бушной техники. Porsche Tiger уже с бункером для внесения удобрений, тоже интересная машина, в республике их очень много у нас. И сейчас посмотрим, что у нас творится в ремонтной базе. На базе у нас тоже все весело. Ремонтируем трактор 6713. Произошел обрыв вала привода насоса. И также он приводит в ОМ в движение. Смотрите, здесь, значит, насос находится вот за этой плитой, сам же напорный фильтр.
замеряем давление, но ничего не показывает. Проблема в том, что надо врезаться параллельно в линию. Эти пины, которые здесь существуют, они мало информации нам несут. Из-за этого ставим тройничок. Эльнар, что сейчас надо тройник поставить? И замерить давление на как прогретом, да? Сколько гидравлика температура должна быть? 60 градусов. И обороты? 1500 оборотов. Тогда будет понятно, что с ним не так. Поменяли вал, поменяли масло, а руль у нас отказал, он не крутится. Вот и мучаемся пока. Так, смотрите, у нас еще такие вот крышечки с отстойниками. Да, вот сюда мы собираем отработки. Все культурно. Поняли, да? Сливается сюда, все удерживается. И горловина прям в бочку садится. Очень удобно. Так, Айдар, что у тебя? Ага. Теплообменник. Это на большом массиве. Значит, думаем, что пока точной информации нет, да, но вот этот теплообменник пускает моторное масло в систему охлаждения. Получается, вот у него контура, да? И они где-то внутри пересекаются. Зараза. Ну что, поставили новый, новая запасная часть. И надеемся, что все будет ништяк. Еще мы ремонтируем передний мост от GCB. Вот здесь я уже все его отмыли. Помните, я делал вот такое вот моечное оборудование своими руками. Кстати, ребята пользуются, очень удобно. Я его сделал за 2 часа. Раз и готово. Отмыли диффер. Ну вот видите, дифференциал. Он очень, так скажем, поджаренный. Работали не на своем масле. Походу сюда просто перепутали моторку, залили. Так, а это уже новые тормоза, фрикционы. А сам мост выглядит вот так вот. Здесь уже процесс сборки идет. Процесс сборки. Оторвал еще вал, но его здесь нету. Все, новые ставим. Вот эти валы обрывает вот в этой части. И когда мы говорим про мост, надо и правый чулок, и левый чулок, значит, приводные полуоси менять в сборе. И правый, и левый. Имейте в виду, это у нас GCB, телескопический погрузчик. Ну все остальное в таком духе. Ребят, про поводу обзоров, мне бы очень было легко определиться, что же сначала нам снять, что вам показать и рассказать. А вся эта техника есть уже у клиентов. Мы можем поехать к ним, снять у них, взять у них отзыв. Как считаете? Напишите, пожалуйста, мне в комментариях.